проверить, где я сегодня сплю. В больнице. Известная телеведущая и блогер Регина Тодоренко оказалась на больничной койке. Причина госпитализации телезвезды в настоящее время неизвестна. Ранее 30-летняя Регина говорила о том, что страдает от неизлечимого заболевания – витилиго, при котором нарушена пигментация кожи. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых свежих и интересных новостей.